Есть люди очень хозяйственные. И мне очень нравится этот двор. Такой проход из таких плетущихся растений и роз. Там в огороде кувшины всякие. Вот из пенька сделали пенек, и на нем миски покрасили в красный цвет, и горошек, как будто мухоморы. И мельница. Там в огороде еще какая-то птичка из пенька вырезанная. И дорожка в этот весь, как бы на эту клумбу, сделана с мостиком таким. Очень красивый такой мостик по нему. И вон там плетеный забор молдавский, горшки в таком тоже молдавском стиле. И мельница. Вот птичка села, и мельница крутится. Вот она. Такая птичка интересная, не знаю, кто это даже. И вот такая вот, как оранжерея. Это вход в калитку у людей. И вот проходишь через такие вот розы. Красиво такое. Мне очень нравятся такие вещи. Класс. Класс. А вот это растение очень пахнет. У нас у соседей такое вот растение. И прям когда ветер дует, прям такой запах. Красивый. Прикольно. Вот еще одно произведение искусств. Из веток сделан велосипед. Клумбочка такая. Девчонка делала. А здесь из тряпок и цемента сидит такой дядька с абажуром на голове, на пеньке. И клумбочка тоже такая. Вот и птички всякие. Прикольно смотрится. Вот еще одна красота. Детская площадка. Старая. И на ней все перемотано вот такой вот лентой. Нельзя. Там дальше поновее тоже перемотано. Нельзя детям кататься. Вот капок интересный. Капище целое. Прикольная штука. Вот, если моя рука. Какой здоровый, а? Дуб. А вот резьба по камню. Долбили вручную, кстати. Ну, понятно, что где-то электрооборудованием. Но видно долбежка. Потому что это цельный камень. И вот буквы прямо видно. Тоже вручную. Писалось все на румынском языке. Хочу показать березу очень интересную. Вот нигде таких не видел. Вот такие вот листики у нее. Сама она небольшая. Вот даже шишечки такие. Интересная березка. Посадили люди возле дома. А рядом слива декоративная. Такая синяя. Она невкусная, но... такое, как для декорации. Рядом с этой березкой вишня. И рядом обычная береза.